Как думаете, Месси вернет свою прежнюю форму в следующем сезоне, где забивал в среднем 25 либо больше голов и делал 10 либо больше ассистов даже в плохих сезонах? Или он уже прошел точку невозврата? Смотрите, мы можем посмотреть на статистику Месси по этому сезону, именно исходя из того, сколько моментов относительно его привычных сезонов он имел. То есть в таком случае мы увидим определенный спад его показателей, например, ожидаемых голов. У него в этом сезоне около 8 ожидаемых голов в чемпионате. И да, обычно в Барселоне он где-то на 5, иногда даже 10 ожидаемых, на 10 голов оверперформил свой результат. А в этом сезоне у него наоборот. Реальная цифра голов, там 4 гола, она меньше, чем количество ожидаемых голов, то есть у него еще очень плохая реализация. Если мы делаем проекцию и допускаем, вернее, считаем наиболее вероятным сценарий, при котором роль Месси существенно не изменится, и он будет примерно так же оказываться, примерно настолько же часто оказываться в там, ситуациях, из которых можно забивать гол, как обычно, как в этом сезоне, тогда нам нужно ориентироваться, логично ориентироваться, я немножко хаотично сейчас объясняю, но вроде сейчас со второго раза пришел к правильной мысли, логично ориентироваться именно на показатели того, сколько моментов он создает, и на его динамику за прошлые сезоны. Потому что этот сезон аномальный. Ему очень дико не фартит с реализацией. Если, кстати, вы смотрите матчи, там, может, даже в таком простом, в такой простой штуке, как количество попаданий в каркас это проявляться, очень часто просто мяч туда летел, а не в ворота, хотя очень здорово все было исполнено. Так вот, если ориентироваться на все это, можно сделать разумный прогноз в где-то 12-13 голов в следующем сезоне. То есть примерно такой же объем остроты, но традиционный оверперформанс Месси приводит нас где-то к цифре в 12 голов. При условии, что он будет меньше травмироваться и больше играть, эти 12 голов могут стать, ну, 15, может, там, 20 голами. Но это не тот уровень, о котором вы говорите. То есть раньше он просто больше моментов получал из-за того, какая у него роль была. В Париж ему не дает такой роли. Но этот сезон, провал в этом сезоне, вот эти вот жалкие 4 гола, они связаны именно с тем, что у него еще плохая реализация. Это вообще аномально для Лионеля Месси. Так что, думаю, вот на определенную планку он должен вернуться. Вот это вот прогноз основан именно на аналитических данных этого сезона. Проекция, вернее, наверное, даже будет правильнее сказать. Но в то же время это не та планка, которая была в Барселоне. То есть объем моментов относительно барселонского уровня тоже почти в два раза у него сократился. И, конечно, все может резко поменяться из-за того, что приходит там новый тренер, резко трансформируется роль Месси, но вероятный сценарий, что примерно в этом же диапазоне он останется, а поменяется именно реализация, которая более волатильна относительно этих показателей. Ну, надеюсь, ответил на ваш вопрос.